Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня будет очередной обзорчик. Это у нас будет Шелли на максималочке, которую я прокачал уже. Не знаю, это мой первый герой, который получил десятку. Я ее бегал, она мне очень нравилась. Но после того, как я выбил там Леона и кучу других героев, попробовал. Честно скажу, Шелли мне не особо заходит. Как видите, талантик у нее вроде и неплохой, на десяточке она уже может дополнительно заблокировать умение и там замедлить вражеских героев. Это реально очень круто, и оно очень спасает. Но, к сожалению, есть герои, конечно, куда круче. Но вот я сейчас вам покажу, как действует умение и реально в каких ситуациях оно спасает. Так, окей, поехали на захват кристаллов, попробуем здесь, посмотрим сейчас, что у нас интересного получится. Герой, в принципе, средней атаки, жизни не так уж и много, как видите, всего лишь 5000, то есть, ну, реально она неплохая, ну, блин, выносит ее на ура просто. Надо все время убегать, смотрите, как его пытают. Ну, возможно, я просто не знаю еще специфику всей игры. Для меня это еще реально сложно продуплить, но надеюсь, что я научусь очень быстро. Так, окей, поехали, посмотрите на ее супер удар. Вот он срабатывает, как видите, вот синеньким, вот мелкого, я не знаю, что это там за герой, он был заблокирован. То есть получается, он не может использовать свое умение. В некоторых случаях это реально круто. Бегал я против нее там 1 против 10, не знаю, как этот режим еще называется, я не успеваю их запоминать, для меня это очень быстро все, много информации, куча, ну и реально там она вблизи просто меня раздает, не знаю, там ему нравится и она нравится, но я что-то ей пока знаю, не особо хорошо играю, но герой действительно очень крутой. Мы ее потестим на разных локациях. Такс. Ну, как видите, к сожалению. Еще не знаю, кстати, вот есть, бывает, герой светится красным, там, зеленым, серым. Это что-то означает? Если да, напишите в комментах, потому что я вижу очень часто такое, я не знаю, что это или типа левела, которого уровня, типа сколько звезд или что. Так, окей, поехали. Вот нравится она мне неплохо вот с этим револьвером Кольт. Или как там, реально тоже неплохо. Вот посмотрите, разобрали его, короче. У Гула как бы жизни больше, но урона у нее вроде поболее будет, чем у Гула. Так, все окей, у меня зарядилось. Выжидаем. Вот смотрите, видите, заблокировали ее, просто у меня заблокировано. То есть она воспользоваться им не может. Так, окей, оно опять у меня заряжено. Отлично, просто ушатали 1700, ну, в принципе, не особо там и много, я бы сказал. Дистанция, как видите, не особо большая, да и перезаряд не особо быстрый, или мне так кажется, я не знаю, ну, реально она неплохая. Ну, конечно, блин, здесь такие есть герои, ну, они просто круче, чем она несколько раз. Ой, отлично. Так, ну окей, поехали, будем контролить, пробовать. Сейчас будут нападать. Вот, смотрите, видите, вот так вот контролится, то есть он не может использовать свое большее умение, если оно у него заряжено. Реально прикольненько. Тут затащили. Поехали еще. Видите, она у меня 312. Это если я всех где-то плюс-минус так подкачаю, то что у меня 20 героев, допустим, это будет 6000 кубков. Ну, это, в принципе, можно будет сделать за выходные.
Так, окей, поехали дальше. Вот полка мне тоже нравится. Ну, видите, ее, не знаю, что-то ее быстро. Ее надо прятаться, выжидать момента. Но... И опять же, я играю просто в рандоме. И в рандоме реально сложно найти с палькой. Сливов там 1-2 с 10. А вот когда ты забегаешь в рандом, как-то, ну, я не знаю, ну, так всегда кидает, но кидает реально. Такие команды бывают против, что просто жесть. Хоть у меня 9-я, там, 10-я, 9-я, 10-я силы, я просто сливаюсь. Я у меня вроде, я играю не особо коряво, не знаю, конечно, еще героя, но... Ой, отлично. Ну, стараюсь. Вот, видите, не достало чуть-чуть, к сожалению. Блин, фок этот, конечно, это жесть. Так, сейчас меня, наверное, вынесут. Да. Ушептали. Ну, не знаю, в общем, напишите в комментах, кто в каких режимах ее использует. Мне очень будет интересно почитать, посмотреть, где ее использовать, и другим, думаю, будет очень интересно. Герой действительно один из первых, который выпал и который прокачался на максималку, и мне ее в свое время изначально понравилось очень бегать. Я там фактически за день набил 300 кубков. Так, окей, поехали, открываем столкновение. Вареный камень, одиночная. Поехали, попробуем, может, хоть что-то затащим. Ну, прикольно то, что есть куча разных режимов, и можно это все потестировать. Так, окей. Вот этот режим мне, конечно, нравится, но я тут еще такой, ну, просто жесть. Этот Кольт мне, конечно, нравится, очень круто. Крутой герой. Спасибо. Вот так вот. Не знаю, она мне здесь, честно говоря, не особо заходит. И возможно, ну, я, скорее всего, ей просто играть не умею. Смотрю, другие тут пулы разные. Она, конечно, крутая. Так, убегай, убегай, убегай. Ну, игрушка, конечно, затянула. Повеселее, чем Castle Clash, потому что тут в онлайне рубишься. Вот было бы такое у нас в битве замков. Так. Окей. Блин, сейчас тут по-любому выскочит с кустов. Сука. Ну как знал, блин. Еще и менее потратил, блин. Как назло. А, сейчас. Отлично. Просто изи, ребят. А вот как-то так. То есть, видите, я заблочил умение, и, соответственно, я смог затащить. Круто. Так, окей, поехали. Давайте еще разок. Буду по чуть-чуть узнавать, каких героев юзать. Пока нормально научусь, хоть проще будет учиться, нормально буду. Так, значит, я туплю. Блин, реально меньше силы. Я вот автоатаку использую, блин, да. О, короче, пробуем дальше. Минус 9. Все, что, короче, заработали, все потратили. Ну, не знаю. Вроде и круто, какой режим. Окей. Давай, иди сюда. Он слабее от меня давно. И как-то ссыкотно. Давай. Если нет. Вот я не знаю, вот эта автоатака бывает как-то, ну, срабатывает.
Да, ты посмотрел тут забухнуть. И все. Шестой. Да. Короче, такое. Так, окей. Красок, давайте. Может, сейчас повезет. Ну, я не знаю, против дальника ее как-то так быстро раздают. Учиться выучить карты эти. Хотя, в принципе, что выучить тут изначально немножко показывают. Так, еще такие же, как и я, нужны. Вот еще интересно, он дает соперников по кубках героя или по общих кубках, я вот не могу понять. Как их дает. Какие-то разные все. Сюда. Ну, такое, ей надо двигаться, перемещаться все время. Вот смотрите, что делают. Это печально. Да, рак, короче. Так, ну окей, поехали, посмотрим еще один режимчик. Броубол, трипл, дрибл, даже не знаю, что это такое. Забей два гола, чтобы выиграть. Окей, let's go. Так, он взял шарик. Жесть. Пока, кстати, будет. Ой, отлично. И сюда. Сюда иди, я сказал. Ес. Отлично. Так, а заряд переносится на следующего. Отлично. Опа, смотрите, вот все, я заблокировал умение вот здесь. Просто на изи. Мне понравилось. Реально кайфово. Победа. Плюс 5. Тоже интересный, в принципе, режим. Тут, конечно, надо героев физических подобрать, но тащить можно с командой. Надо будет себе собрать топовую пачку. И заняться фармом. Так, окей, поехали дальше. Разок. Ай, не успел. Спасибо, раздали нас. Так, ну умение смотрим. Ого, нифига себе. Так, отлично. Давай, давай. Опа, вот так вот. Коленько. Тапчик. Да-да-да, красавчик. Ай-яй-яй. Фига себе. Блин. Ладно. Опять умение заряжено. Ух ты, вот так вот, ребят. Смотрите, как чудик. Блин, жесть. Ну! Да добей. Жесть, короче. Кстати, нормально. Ну, не дайте шарику забежать. Да, блин. Жесть. Так, побежали. Так, рано. Опа. Есть. Ну, блин, не знаю, круто заходит она сюда. Так, 1-1. Блин, застанет, сволочь.
Так, опять заморозил. Ай, блин, надо было бежать в бок. О, оттягивай. Конечно, неплохо здесь смотрится этот Фрэнки. Мне понравилось. Так, есть, заморозил. Еще раз, отлично. Ну, блин, добежи. Да, вот это решение, конечно, круто смотрится, не знаю, мне понравилось. Ай, блин, а я стрелять не могу. Дополнительное время. Что за фигня? Офигеть. Блин, обидно, конечно. Все, что получили, все просрали. Да, ну, не знаю, что вам сказать. Реально, блин. Интересный герой. Конечно, я играю в рандоме, это, но если играть в пачке, думаю, собрать пачку, я просто не знаю, какие связки героев хороши. Но герой действительно интересен в такой сборке. Ну, конечно, против дальника на изи выносится. Я, например, другим вынесу запросто. Конечно, когда она вблизи уже подбегает, то тяжеловато становится. Смотрите, чик-чик-чик. Есть вертоп. Готов, голубчик. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, 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 давай. Вот видите, куча разных фишек, я их еще не знаю, к сожалению. Ну вот, первый мой взгляд, герой реально кайфовый. Я начал ее играть в эту игру, и реально мне она заходила на ура. Даже без такой прокачки топовой, сейчас она, конечно, тоже крутая, но... Оп. Ну, есть, одного добили. Блин, там этот. Давай. Блин, этот, конечно, кольт, это жесть. Ой, это... Ай, чуть-чуть не есть. Это толк. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот, ребят. Ну, в общем. Не знаю еще всех нюансов, но реально герой, конечно, веселый. Игрушка, конечно, на нервы. Нервы надо иметь хорошие. Так, 9. Ну давай, давай, давай. Убегай, блин. Ну, беги, беги. Есть. Да как же так, блин? Отлично. Давай, тащи. Есть. Ну, как видите, в принципе, вполне играть можно. Так, окей. Еще 635, вот так вот я уже нафармил. Все, пишите комменты, подписывайтесь. В принципе, я вам все показал, герой стоящий. Блин, ну поиграть есть смысл, не знаю, мне нравится. Все, пишите, что вы думаете, где использовать, как использовать. Всем удачи, всем пока.